И еще о достижениях белгородцев, на сей раз в театральном искусстве. Диплом 14-го международного фестиваля «Золотой Витязь» в Москве получил спектакль Академического театра имени Щепкина «Сыновья моих братьев». Это постановка 2015 года московского режиссера Елены Олениной. В основе сербская драма драматурга Синиши Ковачевича. В ней история одной семьи, все мужчины, которые стали воинами и погибли на полях сражений 20 века. Сам автор произведения специально приезжал в Россию, чтобы увидеть работу белгородских артистов. Теперь спектакль высоко оценили члены жюри одного из самых престижных международных театральных фестивалей. Поздравляем белгородскую труппу с очередным успехом!